Более 70 различных предприятий работают на территории северной промышленной зоны города Видное. На одной из первых встреч предприниматели обратились к главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову с просьбой помочь в ремонте дорог промзоны. На очередном бизнес-завтраке масштабный проект развития дорожной сети представил начальник профильного управления администрации муниципалитета Андрей Пальтов. Что мы предлагаем? Первое – это ремонт автомобильных дорог. Уширение дорожно-тропиночной сети, создание парковочного пространства, плюс установка освещения. При составлении проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог мы учитывали несколько показателей. Самый главный показатель – это качество асфальта. Через промышленную зону проходят 4 дороги общей площадью 36 тысяч квадратных метров. И уже сейчас, на этапе первоначального планирования, стоимость работ оценивается в довольно внушительную сумму. Целиком весь проект в 300 миллионов рублей мы сейчас в один год точно не потянем. Либо тогда его придется делить на несколько лет и делать этапами. Либо, соответственно, можно попробовать предприятием промышленной зоны нашей поучаствовать в создании такой комфортной среды для себя. Схема совместного финансирования строительства различных объектов широко используется в работе администрации округа. Достаточно вспомнить инициативное бюджетирование, когда местные жители принимают финансовое участие в возведении различных социальных объектов. К тому же предприниматели смогут вносить свои изменения в проект, что также было озвучено на встрече. Это отправить непосредственно предпринимателям, для того, чтобы они могли все это посмотреть еще раз, убедиться, подходит им это или нет, может быть, внести какие-то корректировки. Мы получим обратную связь от вас, от предпринимателей, внесем эти коррективы. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров – частый гость на предприятиях округа, что позволяет быть в курсе вопросов и проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Он уверен, что идея совместного финансирования проекта найдет поддержку среди бизнес-сообщества. Те предприятия, с которыми мы общались персонально, выражали свою готовность участвовать или просили хотя бы дать возможность сделать им это рядом с собой. Поэтому я уверен, что поддержку предприятий в реализации этого проекта мы получим. Самое важное – это понимать и знать, куда мы движемся. И второе – это включаться в общее движение и действовать сообща, и тогда нас ждет успех. Планируется, что проектно-изыскательные работы начнутся в ближайшие месяцы. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.